have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И это Framed. Ого. Я, наверное, даже не буду принимать участие в голосовании. Я не знаю, за что мы голосуем. Я не помню карты. Ладно, хотите, это пусть будет это. Пофиг. Итак, я полицейский. Я полицейский под прикрытием. Хорошо. Как твоя морда выглядит? Моя морда, я такой немножечко коричневенький, немножечко. И у меня такая морда, улыбаешься вниз. Ну, как сказать, я вижу просто под ночкой тебя, полиция. Так, хорошо. А! Это ты? Да блин! Да ты прям отлично поработал. Чувак, ты что, убил меня? Фрейм даун. Так, одного я убил. О, это тот чувак, который меня убил. Вот этот? Нет, не этот. Ты уже убил чувака. У него была такая кривая шляпа. А, кривая шляпа, да. А. Ай, блин, меня фрейм убил. Тебя убили? Да. Больно. Так, окей, ну, одного чувака я замочил, а второй чувак меня замочил. Ладно. Надо подпривыкнуть. Надо будет, кстати, посмотреть, что здесь изменилось, что не изменилось. Пока что все выглядит так же, как и раньше. Так же круто, так же классно, так же хорошо. Вот нам геймпад Xbox-овые контроллеры говорит. Тут можно поиграть в Pong. Да, Pong. Но до конца интермиссии осталась одна секунда. Я не успею. А почему сюда никто не хочет? Ну хорошо, Theater Frame, пусть будет. Я не против. Я фреймд. Хорошо. Я тоже фреймд. Нужно посмотреть, какая у меня цель. Меня просто на месте замочили. Полицейские! А кого фига меня полицейские мочат, когда я смотрю на радар? Разве можно меня убить, когда я смотрю на радар? Что произошло? Моментально убили, да? Нет, я думаю, это случайно попал кого-то другого, я... Нет, я только зареспавнился, только посмотрел на радар, и меня моментально убил полицейский. Разве смотреть на радар, это типа тоже считается преступлением? Нет. Нет, в том-то и дело, что пока ты не вытащишь оружие, то полицейский тебя убить не может. Почему это сейчас со мной произошло? Это немножечко странно. Я никому не буду показывать свое лицо. Так, ты что, замочили? Мне нужно убить последнего чувака и потом уже просто выйти. Вот, я смотрю. Ты был моей целью! Ах, ты ж мелкий! Ты был моей целью! Я запомнил это лицо навсегда! Кемпер! Да чё кемпер-то? Опа. Он сидел и поджигал меня с пушкой. Поджигал. Поджигал, понимаешь? Инуджин выиграл. Почему он сюда в бассейн спаунит? Не знаю. Наверное, чтобы мы немножко охладились после бомбежа. После жаркой катки, да. С нами, да. Кстати, слушайте, неплохой такой плащ, тебе не кажется? Он за кот, по-моему. Да? Я этого не знал, надо будет глянуть. Бесплатно же, да? Я не знаю, пойдем в Christmas Town? Да, давай. Пойдем в Crystal Stand. Так, я фрейм. Да. Как мне сразу не сдохнуть, пожалуйста? Так, я вижу мою цель. Я тоже, ну, я понял, кто моя цель. Я нет. Какого фига? Я купил радар, он не работает. А, вот, теперь работает.
Только я ему дал 4, хоть что-то он не умер, но я умер от одной пули в ногу, отлично. Так, оказывается, то ли я этого раньше не знал, то ли не замечал, что могут быть и не только игроки, а могут быть и NPC-шки твоими целями. Серьезно? Да, я только что убил NPC, и это была моя цель, и моя цель поменялась. Чикерство. Вот везде елочки такие прикольные. О, мою цель убили. Понял, кто моя цель. Ай, блин! Меня сзади кто-то завалил. Наверное, я был чьей-то целью. Ладно, у меня 6 выстрелинок, которым я буду вальшать все. Так, ты где? Я сейчас на тебя хочу посмотреть. Ты живой, не? Я не живой. А, что я тебя ищу тогда? Я думал, ты живой, тебе еще это... Меня этот Инуджин убил. Ага, он, кстати, хорошо играет. Чувак молодец. Итак, Реми победил у нас. У него костюм Хитмана. Красный галстук должен быть для Хитмана. Ну ладно. Хотя очень похоже, согласен. И кепочка как раз такая, ну не знаю. С таким костюмом такие кепочки носить нельзя. Лучше бы вообще лысым был. Тогда еще больше на Хитмана был бы похож. Тут в карты можно поиграть. На скины. При особом количестве людей 4 человека можно поиграть в карты. Так, почему все выбирают сразу? Ладно, пойдем. Все-таки не особо задумываются. Опа, давайте туда и все. Я задумываюсь вообще-то. О, я юндерковер, я полицейский под прикрытием. Undercover. Так, понял, кто моя цель. Да блин, нет! Ну как вы так спауните людей-то? Ну ёпарасоте, я не понимаю, как этот спаун работает. Я моментально натыкаюсь на человека, и он моя цель, и я ему ничего сделать не могу, и все. Какого фига? Не, ну поезд, не знаю, с таким раскладом поезд это не весело. Это очень маленькая карта, угу. Абсолютно очень быстрый ранг. Слушай, давай в панк поиграем. У чувака шапка в шапке в шапке. Ну, шляпа, в смысле. У меня есть точно такая же шапка, шапка, шапки. Это прикольно. Ходи в спектрит, нам нужно поиграть в панк. Так. Кинг-понг. Да. Так, а, вот так вот, я понял. Да, оно медленно двигается, ладно, сейчас. Это классная игра. Чтоб ты мог играть в игру, пока играешь в игру. Я говорю, оно медленно двигается. Сейчас от тебя шарик полетит. Не ожидал. Ожидал, тебе говорю, эта штука медленно двигается. Честно. По-моему, все честно. А, ты выиграл. Так, Инуджин выиграл, кстати, прошлый раунд. А я выиграл в понг. Та-та-та. Хорошо, да. У каждого из нас свои маленькие победы. У кого-то и большие. А у кого-то и маленькие. Да. Но победа всегда победа. Это хорошо. Тут очень приятное, кстати, лобби, очень так хорошо здесь находиться, приятная атмосфера, бассейны, лавочки, игры, развлечения, все дела. Не знаю, мне нравится. Так, я сюда хочу. Почему никто в динер не хочет пойти? Я хочу пул-парти. Мне не очень нравится динер. Пул-пати. Пул-парти это какая-то новая карта, она классная. Фреймд, конечно. Я буду искать ботов. С лицом моей цели, я буду убивать ботов. Я коварный человек. Человек. Так, я понял, кто моя цель. Я увидел мою цель. Я не хочу за ней идти, это будет подозрительно как-то. Ботов уже кого-то убили с помощью ножа, отлично. Прикольно.
Приходится торговать лицом. Блин, мою цель убили. Если долго смотреть в экран, будет сложнее. Мою цель убили. О, я понял, кто. И моего охотника убили дважды уже. То есть человека, который за мной охотился, уже убили дважды. То есть меня перекладывают на другого охотника. Да какого фига? Он не моя цель. Я его убить не могу, он меня может. Потому что ты его цель? Знаешь, это как-то нечестно. Я знаю. Мне нужен француз. Мне нужно срочно убить француза. Француза? Оп, мой убийца сдох. Я мог бы тебе помочь в поисках француза. Полиция... Все перебили всех фреймд, и полиция стала охотиться за мной, блин! Ладно, ладно. Я, короче, затянул просто, бегал по первому этажу. А где я? Вот ты. Я не вижу, я вижу только облака и воздух. Нет, я тебя вижу, у тебя почернело в глазах. Куда я иду? В какую еду? Если карточки окажусь по-нормальному. Так, о, давай в сад. Фреймд. Музей хочешь? Да. Давай в музей. Да, пожалуйста. Не. Да, в последнюю минуту. Я буду исследовать этот музей, я не буду искать свой совет. Новый карт. Опа. А я фреймд. Я под прикрышкой. Под прикрышкой. О, тут есть театр, на котором ничего не показывают. Это очень интересно довольно-таки. Тут музыка еще такая классная, на пианино. Так, надо следить. Мы с вот этим полицейским вроде договорились, работаем на пару. Он знает, что я под прикрытием. Ты посмотри, за тебя искусство было. Там божественный конус был, это же искусство. Ну как такое пропустить, не посмотрев на это? Да блин, как он меня ножом-то с первого раза убил? Ну какого фига сейчас было? Офигеть. На нем написано, типа, убей вот этого. Я достаю люгер, начинаю в него стрелять. Рядом со мной два полицейских. Но ему никто ничего не может сделать. Что за фигня? Ладно. Ладно. Там, кстати, был постер, на котором было написано, вот тут сейчас слева от этого чувака. Вон там он. Да, там написано «Агент 6». Это типа такая ссылка на агента 007, это агент 6. Там можно было бы играть в Понг. Старую версию Понга в этой игре. Так. Вот этот чувак в шляпе. Чувак в шляпе убил меня ножом. Как крыса. У него винтовка есть. О, есть, его убили. Хорошо, полицейские выиграли. Получается, я тоже. Хотя, блин, меня грохнули посередине раунда. Ах, вы ж мелкие. Ну ладно. Та. 101, 2, 4, 3. Почему не 1, 2, 3, 4? Почему 1, 2, 4, 3? Так, ладно. Андеркаверы. Это фреймды. Это полицейские. Тут отражение в воде мое. Ого, надо будет сейчас глянуть. Аквариум, зал танцев и это так, ладно. Оу, фрейнд. Я понял. Оп, мою цель убили. Мою цель убили. Цель убита. Понял, кто моя цель. Мой охотник убит. Моя цель убита! Это нечестно, я не могу ничего сделать моему охотнику, но он еще как может что-то сделать мне. Ага. Это... Цель убита. Какого фига?
там идет движение в воде. Да блин! Это было не очень профессионально с моей стороны. То есть... А, не, меня убили. Я пошел за своей целью по лестнице, а его там сверху убили. Я уже оказался с пистолетами, сзади меня был чувак, который меня застрелил, мы как-то неудачненько сложилось. Ладно, такое бывает. Где там отражение? Да, отражение в воде, на самом деле, кстати, где такое еще можно увидеть? Это очень круто, под определенным углом видно. То есть вот так вот ты видишь только свои ноги, а под определенным углом видно отражение своего персонажа. Это очень круто сделано. Это классно. Да, мне это очень нравится. Надо поиграть в план. А, нет, не успею. Так. Инуджин достал побеждать, блин, чувак. Дай поиграть другим. Я понимаю, что ты крут. Ну ладно тебе. У меня больше побед, чем у Инуджина. Так. О, а тут нырнуть можно, да. Я забыл, что тут один бассейн глубокий. Раньше там, где белое пятно было, там была секретка. А теперь нету, ее заковали. Ладно. Пулпати, театр. Пойдем в пулпати? Да, пулпати. Да не, мы пойдем на поезд. Почему все хотят поезд? Я не знаю, там наверное. Там тесно! Это вторая версия поезда. Это чет, но да. Я понимаю, но там тесно. Блин, я только... Меня уже мои две цели убили. Ну почему я не могу ему ничего сделать? Опять мои две цели убили, отлично. Меня каждый раз убивают мои цели. А меня сейчас просто... То есть за мной гонялся мой убийца, я не мог ему ничего сделать. Пришел чувак, убил моего убийцу и убил меня. Ну нормально так. Не, иногда, короче, правила, которые здесь меня немножко поражают. Опять, кстати, этот сейчас выиграет. Сколько человек осталось живых? Инуджин этот, да? Да. Ну ты посмотри, он просто как крыса все время сидит на одном месте и поджидает кого-то. Ну, да, спасибо. Спасибо, чувак. Стоит на выходе, поджидает всех, кто ему не нравится, и сидит, ждет. На самом деле, такая себе тактика... Ну, с другой стороны, это не та игрушка, тут слишком дикий процент рандома, это не та игрушка, куда люди приходят выигрывать, ну, по крайней мере, я про себя говорю, это та игрушка, в которую я прихожу просто пофаниться, поэтому... О! Не поезд! Клиффсайд! Я должен исследовать эту карту, Клиффсайд. Пусть будет Клиффсайд меньше, я согласен, не поезд. Поезд — отвратительная карта. Фрейм, хорошо. Так. Я Фрейм тоже. У меня цель — желтое лицо. Желтый грустный чувачок у меня. У тебя я цель! Да? Да. Поздравляю. А, у меня... Нет. Я твоя цель. Да, желтый грустный чувак. Симпсон. Моя цель вообще выглядит страшно. Ну, в смысле, я. Моя цель — это ты. Оп, у меня Хантера убили. Я только что тебя видел. Да кто меня сзади пуляет? Ты 1+1 не сложил. Ты моя цель. Ты меня только что видел. Кто-то в тебя сзади пуляет. У тебя картина не складывается в голове? Нет. Так, полицейский. Дело в том, что ты не моя цель. Не стреляй меня сзади, пожалуйста, я хочу убить полицейского по-нормальному. Ну перестань, ну не делай этого, не надо. Я все равно мажу, я косой. Полицейский. Ты, у тебя было много шансов. Меня-то не стреляй! Кто меня стреляет? Блин, кто меня стреляет? Тебя стрелял чувак сверху. Я был на крыше, с какого верху? Еще выше есть, понимаешь? Ого! Ха! Вот это на самом деле неплохо. Ладно, ребятушки. Короче, вот так мы сегодня побегали в Framed.
Вот, на этом, пожалуй, наверное, будет все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.